Осень для художников – время осмысления новых тем и идей. Они рождаются, как правило, после летних пленэров. В Чебоксарах в Центре современного искусства открылась отчетная выставка Союза художников Чувашии «Осень-2017». Теплая золотая осень на улице городов и живописная природа чувашского села. На полотнах художников все сверкает яркими красками. В осени богатая цветовая палитра, и это очень привлекает живописцев. В экспозицию вошло свыше 200 работ, написанных в самых разных жанрах изобразительного искусства. Осень – это самое любимое время года, когда природа меняется, зелень приобретает такой очень прекрасный золотистый багрянец, желтые такие становятся леса, поля, там, ну, в общем, эта природа наполняется красками жизни. Ну, вот и захотелось, конечно, вот в первый день, как бы первые дни, значит, осени, сентября написать вот как бы родной уголок своей любимой дачи. Кроме признанных метров живописи, в полный голос заявила о себе и молодежь. Она продолжает развивать лучшие традиции чувашской живописи. На этой выставке у меня представлено 3 работы. 2 из них выполнены на пленэре, на котором я побывала в этом году. Вдохновляет меня прежде всего природа. Осень очень люблю, так как она богата цветами, красками. Эти картины мне особенно понравились, а каждый пытался выразить как бы свой внутренний мир и как видит картины. Одни делали мазками, а другие делали акварелью. Если честно, мне больше нравится, конечно, акварель, но картины с мазками, они, если смотреть издалека, то выглядят по-другому, чем сблизи. Картины, как барометр, улавливают малейшие колебания настроения художника. Тут и яркие красно-желтые краски бабьего лета, и серая пелена дождя. Рифат Фаткуллин, Дина Кустова, Александр Петров, Республика.